А это мужик с работы приходит, значит, в квартиру. Ключ сует в скважину, дверь закрыта. Он в звонок звонит. Никто не подходит. Он прислушался, а там шорох какой-то. Все, он думает, ну точно, у жены любовник. Начинает вышибать дверь. А у жены действительно любовник. Она говорит, Вася, Вася, быстро в окно. Муж, муж приехал. Он говорит, какое в окно, сейчас штаны надет. Да какие штаны, давай, быстро, он же тебя убьет. Ты моего мужа не знаешь. Он говорит, что ж я голый, что ли? Говорит, давай, голый. Он к окну, раз шпингалеты заржавели, окно не открывается. Он говорит, не открывается окно. Он говорит, форточку, Вася, форточку. Он говорит, да как же форточку? Ну дешев, давай, Вася. Но он прыг в форточку и застрял. И ни вперед, ни назад. И торчит в форточке. Муж вышибает дверь жене по сапатке, в комнату убегает, смотрит в задницу, в форточке дергается. Он говорит, ну, сволочь, я тебя сейчас изнасилую. А тот дергается. Мужик табуретку подставил, пристраивался, не получается. Высоко. Он говорит, ну, изнасиловать не удается, я тебе сейчас яйца отрежу. Бежит на кухню, берет такой хлеборез, бежит с ножом, а мужик дергается в окно, видит этого мужика с ножом, как заорет, говорит, мужик, ну будь человеком, попробуй еще разок, у тебя должно получиться.